Добрый день. Следующая биметаллическая монета. Страна Швейцария. Номинал монеты 10 франков. Год выпуска 2016. Материал монеты биметалл. Центр медно-никелевый сплав. Кольцо алюминиевая бронза. Гурт ребристый с гладкими участками. Вес монеты 15 грамм. Диаметр 33 миллиметра. Толщина 2,5 миллиметра. Эта монета начала новую серию швейцарских 10-франковых монет, посвященную альпийской флоре. На данной монете изображен цветок эдельвейс альпийский. Это многолетнее травянистое растение. Вид рода эдельвейс, семейство астровые или сложноцветные. Растет этот цветок на большой высоте в горах, субальпийской и альпийской зонах. Встречается иногда и гораздо ниже, но на меньшей высоте он менее красив, теряет белое волочное опушение, поэтому менее декоративен. Также в садоводстве этот цветок используется. Применяется для создания альпийских горок, альпинариев. Используется соцветие в сухих букетах. Декоративность этих цветков приводит к сильному истреблению вида, пока он достаточно распространен. Но все может быть. Соцветие этих цветков известны как символ высоких гор и труднодоступности. Также на некоторых гербах различных стран этот цветок присутствует. Есть и на монетах. Кому интересно, может поискать, на какой монете одной из европейских стран этот цветок присутствует. Монета уже вышла из обращения, но была достаточно распространенная. У кого есть желание, можете поискать и написать в комментариях. Очень красивая монета. На этом все. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Всем пока. Удачи.